1 января аграрии, ремесленники, кондитеры и другие предприниматели смогут перейти на выгодные условия ведения бизнеса. В силу вступят поправки в закон о патентной системе налогообложения. Перечень видов деятельности, по которым бизнесмены могут приобрести патент, расширился на 16 позиций. Также по целому ряду услуг, таких как уборка жилых помещений, уход за детьми и престарелыми, снизился размер потенциального годового дохода. Минимальная стоимость патента для сельских предпринимателей составит 175 рублей в месяц. И самое главное, наверное, это как можно больше сократить вот таких бюрократических процедур для предпринимателей, чтобы он не занимался там лишней бухгалтерией, там дополнительной там учетом отчетностью и так далее. Напомню, патентная система налогообложения действует в крае с 2013 года. Вместо уплаты налогов предприниматели покупают патенты на разные сроки, которые и компенсируют отчисления в бюджет. Стоимость зависит от годового дохода бизнесмена. Сегодня на патентную систему налогообложения перешли более 80 предпринимателей со всего края.